Здравствуйте! Вас приветствует канал Rainbloom TV. И сегодня в нашем видео я покажу, как сплести вот такую вот маленькую интересную сову на нашем привычном станке. Итак, приступим. Для нашей совы нам понадобятся резинки фиолетового цвета, черные и белые для наших глаз, желтые для серединки и оранжевые, вот такие вот для крылышек, для лапок и для носика. Станочек устанавливаем так, чтобы на нем было 4 ряда станка, то есть 2 станка нужно соединить в один. Все столбики ровно, они не выступают друг перед другом. И начинаем нанизывать наши резинки. Здесь с правой стороны мы берем одну резинку фиолетового цвета, одеваем на 2 столбика. И сразу же закручиваем восьмеркой и на эти же 2 столбика одеваем эту же резинку. Вот так вот. Одна резиночка и вторую резиночку так же само. Восьмерочкой и на 2 столбика. С этой стороны и с левой стороны так же само. Одеваем, закручиваем восьмеркой и на 2 столбика. Еще одна резинка так и на 2 столбика. Далее мы берем по 2 резинки и одеваем на столбики, которые проходят ниже, на 3 столбики. По 2 резиночки одеваем на 2 столбика. Отсюда и отсюда. Вот так вот. Теперь вниз по 2 резинки с правого ряда и с левого ряда мы опускаемся на 5 пар. Это вот. Берем 2 резинки и 5 раз мы одеваем вниз на столбики резинки. Это раз, это 2. Теперь 3, 4 и 5. Опускаем все резиночки вниз. Так. Теперь с левого ряда 5 вниз. Здесь вот опустить надо. Так. Раз, 2, 3, 4 и 5. Вот так вот. Теперь с этих столбиков мы опускаемся вниз на 3 пары. Вот так вот. Раз, 2. И вот так вот 3. Так. И с этого столбика также 3 пары вниз. Раз, 2. Так вот 3. Теперь мы берем по 3 резиночки, в нашем случае это желтого цвета, и на столбики, на 2 столбика мы одеваем по 3 резиночки. Делать это 2 раза. Этот раз был, 2, и здесь 3 резиночки, и здесь 3 резиночки. Вот так вот.
Теперь далее вниз мы опускаемся еще на пару фиолетовых резинок. Здесь и вот здесь. И теперь наискосок одеваем пару резинок фиолетового цвета. Слева в серединку и справа в серединку. Наверх на вот эти столбики одеваем две резинки фиолетового цвета. Вот так вот. Теперь берем резиночки черного цвета, наш крючок. Закручиваем резиночки черного цвета три раза, три оборота. Получается у нас на крючке сейчас 6 резинок. Подвигаем их. Берем резиночки белого цвета, 2 штуки. Один край одеваем на конец резинок, конец, и закручиваем восьмерочкой, одеваем второй край белых резинок. Со вторым глазом, это наш глазик будет, со вторым глазом точно так же. Мы берем 2 черные резинки, закручиваем 3 оборота. У нас 6 резинок. Берем 2 резинки белого цвета. Один край в конец, второй восьмеркой на крючок. Вот так вот. Теперь берем 2 резиночки фиолетового цвета и снимаем на 2 резиночки эти все резинки, которые у нас на крючке, то есть оба наших глаза. Раз, сняли глаз, и теперь второй снимаем, и второй сняли, и одеваем на нашу, вот наша голова, вот мы и одеваем на вот эти вот 2 столбика, сюда край и сюда, и подвигаем наши глаза, чтобы они были правильно подвинуты между столбиками, вот так вот. Теперь берем резиночку оранжевого цвета, закручиваем в 3 раза, 3 оборота делаем. Берем еще одну резиночку оранжевого цвета, закручиваем восьмеркой, оттягиваем. Протягиваем сквозь 3 резинки, одеваем на резиночку, вот так вот протянули, поправили. Это будет наш носик совы. Берем еще одну резиночку, также восьмерочка, оттянули и продели. Одели все резиночки. Вот так вот. Теперь берем резиночку одну фиолетового цвета и снимаем на резиночку. Это у нас одевается ниже наших глаз. Вот так вот. Распределяется между столбиками. Вот так вот. Теперь мы берем, снимаем в конце 2 резиночки, которые мы одевали на последние столбики. Берем резиночку оранжевого цвета и закручиваем в 3 раза. Делаем 3 оборота. Снимаем с левого среднего столбика резиночку, оттягиваем ее и снимаем все резиночки, ну оранжевую резиночку на нашу фиолетовую резиночку. Это лапки совы. Так, это сняли и это. Вот так. И еще одна лапка совы. Также 3 оборота. Снимаем резиночку. Одеваем на... Снимаем все на фиолетовые
резиночки. Так вот, и одеваем на столбики. Две фиолетовые резиночки мы возвращаем обратно. Также мы берем две фиолетовые резинки и одеваем их на следующие две пары столбиков, то есть на 4 столбика сразу. Здесь 2 мы одеваем, следующая 1. Мы как бы закрепляем наш живот, чтобы он у нас не распался. Здесь мы тоже берем 2 резинки фиолетового цвета. Вот здесь вот одеваем. Вот так вот. И теперь начинаем заканчивать нашу сову. Мы берем резиночку фиолетового цвета одну. На правом среднем столбике мы закручиваем ее в 3 оборота на столбике. Вот так вот. И начинаем вытягивать наши резинки. Первой резиночкой мы достаем те резиночки, которые у нас 2 были сверху. Мы их одеваем вправо. Далее, которые у нас были справа наискосок. И те, которые вперед. И ряд резиночек, который идет вперед, мы снимаем первым. Так вот до конца мы вытягиваем. Наши вот так вот резиночки. Так, следующий ряд. Следующие у нас идут резиночки, которые идут наискосок. Вот так вот. Теперь нижние резиночки, которые идут вперед. Вот так вот мы их вытягиваем. И идем до конца ряда. Вот так вот. Так. Так. И вот так вот. Теперь левый ряд. Резиночки все вперед. Все серединки вперед, резинки. Вот так вот. Теперь резиночка, которая у нас идет сначала наискосок сюда вправо. Вот так вот. И так до конца. Так, доплели до конца. Теперь мы эти резиночки, которые у нас идут вот здесь вот, плетем, снимаем и одеваем так. С этой стороны у нас 2 резиночки. Вот так вот. И теперь последний наш правый край нашей совы. И мы заканчиваем нашу сову. И последняя петелька, вот так вот. Теперь мы берем одну резиночку сюда, вводим крючок, вытягиваем,
захватываем, делаем петельку. Так, вот, затянули. С этой стороны так же само. Вводим крючок, захватили, вытянули, сделали петелечку и подтянули. И можно снимать нашу сову с нашего станка. Аккуратненько снимаем нашу сову. И вот наша сова готова. Мы ее сейчас расправим как надо, ровненько, чтобы у нас все было красиво. Так. С этой стороны. Так вот. Так, глаза. Так вот. И вот у нас получилась вот такая вот маленькая сова. Вот эти вот резиночки, которые у нас остались, мы их сейчас просто закрутим и срежем. Мы берем, делаем крючок. Вот так вот. Делаем вовнутрь. Вводим крючок вот так вот. Находим вот здесь вот серединку резиночка. Вот так вот. Так вот мы затягиваем резиночки. Можно просто их не затягивать, можно их вот так вот затянуть пальцами. Вот так вот раз мы делаем. Следующее то же самое. Два. И делаем еще раз. Так вот, три и подтягиваем к концу. Третья у нас получилась. Вот так вот, третья и подтягиваем к самому концу ее. Вот так вот. Так, теперь берем наши ножнички. Отрезаем резиночку и краешек мы серединку вот так вот ушко вводим. Его не будет видно. Вот так вот. Видите? Не видно. Эту резиночку, эту петельку мы можем оставить для того, чтобы повесить на ключи или же на телефон. Либо же так же само убрать, как в этом случае. Ну, я оставлю. Вот такая вот у нас получилась маленькая сова. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки.